Самострои Витязева идут под снос. Власти Анапы продолжают сносить незаконные строения на муниципальной земле. По поручению главы курорта Юрия Полякова, сотрудники муниципального контроля сегодня начали демонтаж недостроенной четырехэтажной гостиницы площадью 2000 квадратных метров в селе Витязева. Как сообщил судебный пристав, исполнитель Анапского городского отдела Михаил Поляков, капитальное здание было возведено без разрешительной документации на участке 1000 квадратных метров. Арендованном у муниципалитета. Администрация курорта обратилась в суд с требованием о сносе самостроя. И решением Анапского городского суда иск был удовлетворен.